Контракт подписан, к замерам готовы. В региональную энергетическую комиссию продолжают поступать адреса площадок накопления ТКО для проведения замеров отходов. Вот только главы муниципальных районов либо не хотят мараться в этой теме, либо специально отведенные места в сельской местности не готовы. Только 6 районов изъявили желание принять участие в замерах. Остальным, похоже, абсолютно безразлично, где и как у них будет проводиться мусорная реформа. Незаинтересованность глав, по всей вероятности, выльется в неконтролируемый сброс мусора, и свалки появятся где угодно. А в «Магните» говорят о том, что контейнеров не хватает, поэтому надеются на бюджетное финансирование. Кто в итоге будет оплачивать дополнительные расходы, догадаться несложно. У нас получится 6 тысяч контейнеров. Каждый контейнер в настоящее время оценивается примерно в 12 600 рублей. Вот такова сумма, которая необходима. Это только на контейнерный парк и на строительство контейнерных площадок нужно, конечно, отдельное финансирование. И вторая, конечно, задача – это спутник решения вывоза твердых коммунальных отходов, решения национального проекта «Экология», о чем мы уже говорили. Это, конечно же, транспортная доступность, транспортная инфраструктура.